Привет, дорогие мои друзья! Посылочка с бутылочками из магазина iHerb. Для кого-то содержимое будет полезным, для кого-то бесполезным. Все, как я уже говорил, зависит от интересов данного человека. Внутри у нас что-то булькает и брякает. Давайте будем смотреть, что там. Да, действительно, здесь бутылочки, это сразу же видно. Вижу, что здесь уже что-то протекло. Так, это у нас... Не сразу вспомнил, что это. Заказывал я ополаскиватель для полости рта. Здесь есть какая-то зацеплялочка. Ох, порвал. Это у нас инструкция. Вот так вот она разворачивается. Ну и раз ополаскиватель, значит, и решил заказать заодно зубную пасту. Паста фирмы Гималая. Интересная картонная коробочка здесь. Гофрированный такой картон. 150-граммовый тюбик внутри лежит, белый цвет, ну и приятный легкий мятный запах. Сейчас попробовал, почистил зубы и использовал ополаскиватель для рта. Значит, паста эта, она без содержания фтора. Вообще, я стараюсь всегда пользоваться разными пастами, то есть никогда не пользуюсь одной пастой. Всегда покупаю разных производителей с разными содержаниями. И вот для разнообразия решил заказать вот такую. Но на вкус действительно приятная мятная. Ополаскиватель для полости рта тоже мне очень понравился. То есть один колпачок набираем в рот, минутку полоскаем, выплевываем. То есть этот ополаскиватель предназначен для того, чтобы изо рта не было неприятных запахов. То есть устраняет неприятные запахи. Рекомендуется 5 минут после использования ничего не кушать и использовать 2-3 раза в день. В общем, перейдете, отзывы почитаете. Я думаю, вам понравится этот продукт. Так, дальше у нас шампунька. Шампунь — это, конечно, женский, женская тема. Здесь еще одна бутылочка. Тоже, кстати, женская тема. Это масло для волос. То есть оно укрепляет там что-то еще. Здесь вот что-то прилипло. Здесь лежит губка. Намочил губку, стала очень мягкая и, кстати, прикольная на ощупь. То есть нужна она для глубокого очищения кожи. Ну и последняя здесь бутылочка. Эту бутылочку я заказал по просьбе одного из подписчиков, точнее по рекомендации. Здесь находятся капсулы. Откроем сразу. Вот такие вот капсулы. Нужны они для того, чтобы не болеть. Для профилактики, для предупреждения простудных заболеваний. Прямо сейчас сам перешел на iHerb, почитал отзывы, просто волшебный какой-то препарат, судя по отзывам. Ну что ж, проверим. Это корень астрагала, натуральный растительный препарат, и он поддерживает иммунную систему. Я думаю, хуже точно не будет. Проверим, что это за штучка такая, но пока я могу вам оставить лишь только ссылку. Ну и как выяснилось, протек у нас в посылочку шампунь, немножечко был не до конца закручен колпачок. Шампунь имеет приятный растительный запах с биотином. В общем, для густоты волос я в этом особо не разбираюсь. Но более 1000 положительных отзывов о товаре, я думаю, не просто так написаны. Ну и еще больше положительных отзывов вот на этой сыворотке для разглаживания вьющихся волос. Ну что ж, друзья мои, вот такая вот интересная посылочка у нас сегодня была. Если хоть что-то вам понравилось и было полезно, то поддержите, пожалуйста, лайками. Видосы из магазина iHerb будут еще, но не часто. Мучить я вас не буду. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока.